Мы просмотрели несколько игр Краснодара. Мы знали, что команда очень хорошо обучена играть. Это все талантливые, перспективные ребята. Тем более они очень хорошо сыграны. Ну, вроде бы первый тайм как бы в начало осталось за нами, когда забили гол. После этого немножко расслабились, особенно середину поля. Отдали, и я считаю, что в первом тайме такое территориальное преимущество было больше у Краснодара, нежели у нас. В перерыве сделали небольшие поправки, и я считаю, что второй тайм мы полностью доминировали, создали, скажем так, массу моментов, которые не реализовали. Ну, как говорится, в футболе не забиваешь ты, забивают тебе, и самое обидное, когда это случается в самом конце игры, когда уже и времени на отыгрыш не остается. Обидно, честно говоря, очень обидно, но это футбол, и ничего не сделаешь. Так получилось. А перед болельщиками на самом деле мы хотим извиниться. Я думаю, будем делать выводы и исправлять ситуацию, другого выхода нет. Есть ошибки, я считаю, что ошибка была, я просто не докричался почему-то на последних минутах. Защитники все побежали забивать со штрафного, бросили центральную зону. От этого мы и получили гол. Ну, немножко уверовали в победу, скорее всего, поэтому так случилось.